Много ли у тебя друзей в садике? Ну, много, только моя самая-самая лучшая подружка уехала в город другой. Много у тебя друзей в садике? Ну, много. Сколько? Ну, 1, 2, 3, 4. Она там будет учиться и жить у доброй бабушки. А вот... У доброй бабушки? Да. А здесь у нее вообще была какая-то... А здесь злая. Здесь была злая. У меня там подруга. Одна подруга. Нравится тебе подруга? Ну, нравится. Симпатичная? Ну, да. Хорошая? Да. Умная? Да. Как ее зовут? Ира. Ира. А есть ли мальчик в садике, который тебе нравится? Ну? Ну, так по чесноку. Ну, этот мальчик ушел в школу уже, в первый класс, ну, Саша его зовут. А, он ушел, то есть он, его уже нет, он же в школе. Ну, он иногда приходит за своей сестренкой Лизой, но она не в этой группе. Вика есть. Вика нравится, да? Две Вики. Две Вики тебе нравятся? То есть ты еще все-таки не определился, да? Владик. Владик нравится. А за что это он тебе нравится? Не знаю, красивый. Никита Захаров. Он сильный, умный. И хороший, но много хулиганит. Но хулиганит, да? Но ты его переучишь, наверное, еще. Да? Же ты планируешь выйти за него замуж в будущем? Да. То есть все уже. Уже как бы судьба определена. Угу. А Владику ты нравишься? Ты не спрашивала? Мне нравится. Владик любит Дашу. И что делать? Не знаю. Что делать в такой ситуации? Не, Владик не любит. Ой, Никита не любит. Он любит Настю Запрудного. То есть там уже, я смотрю, все девчонки себе нашли кавалера? Да. Да? У меня есть жених. У тебя есть жених? Уже все, уже точно определился. Как его зовут? Владик. Владик? А почему ты себе Владика выбрала? Может быть, он красивый? Красивый? С длиннющими волосами, как у Тарзана? Нет. Ну, он на кого похож? На Брэда Питта? Он блондин. На Николая Баскова он похож. А расскажи, все, ты прям хочешь выйти за него замуж? То есть уже... Он меня уже на руки поднимал, целовал. Может, возьму. Думаешь? Думаю. Достойно? У меня еще две. Я не знаю, Алиса может, или там еще Алина. Или... А, то есть еще Алиса, Алина может быть, да? Алина. Ты еще не определился? Да, я еще не определился. Могу пожениться из второй группы с Лешей. А, то есть... Еще... Это Дашин братик. Я смотрю, у вас тут в садике, конечно, свой дом-два происходит. Да. Влад на двух женится. Он спорит, что Арину сам Дашу возьмет жены. Я говорю, сам две не берут, одну берут. А он сказал, ну и подумаешь, пусть у меня будет две квартиры. Ha ha ha!